человек рождается, растет, и рано или поздно становится перед важным выбором – кем быть. Как правило, делает он его неосознанно или под влиянием родителей и близких, что, в общем-то, одно и то же. В результате дело, которым придется заниматься всю жизнь, не принесет никакой радости. И результатом всех усилий будет неизбежное разочарование. А как же иначе? Так всегда бывает, когда носишь чужую обувь. Или живешь чужую жизнь. Человек взрослеет и постепенно понимает, чего хочет на самом деле. И вот здесь он вновь должен принять решение, но уже осознанное. Начать поиск сначала или сказать: «Все, мой поезд ушел». Что касается меня, я рано понял, что ошибся в выборе профессии и желал только одного, чтобы работа была моя творческой. Однако не имел ни малейшего понятия, чем конкретно хотел бы заниматься. Долгие годы я писал стихи, потом прозу, рисовал. Но все равно чего-то не доставало. Постоянно оставалось легкое чувство незавершенности, неудовлетворенности. И вот, чуть больше года назад, я взял в руки глину и сразу понял – это действительно мое. Многолетний поиск наконец увенчался успехом. Могло ли быть иначе? Не думаю. Потому что если все время идти в одном направлении, то рано или поздно достигнешь цели. Мне могут возразить, что на этот поиск себя может уйти вся жизнь. Однако это не самая большая беда. Гораздо хуже, когда человек не ищет свое предназначение. А приключение длиною в жизнь – это и есть счастье.